Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Густав Густавич Клуцис. Художник-авангардист, плакатист, представитель конструктивизма, один из создателей искусства цветного фотомонтажа. Родился 4 января 1895 года в Кёнигской волости, Вальмарского уезда близ города Руенна в латышской семье. Учился в художественной школе в городском художественном училище в Риге. Учителями были Розенталь, Урвитис и Тилбергс. Продолжил обучение в рисовальной школе общества поощрения художеств в Петрограде, в государственных свободных художественных мастерских у Коровина, Пезнера, Малевича. Сотрудничал с Институтом художественной культуры «Инхук», с литературно-художественным объединением «Левый фронт искусства», с обществом «Утвердители нового искусства». Был одним из основателей объединения «Октябрь» 1928 год. Преподавал в высших художественно-технических мастерских с 1924 по 1930 год. 17 января 1938 года Густав Клуцис был арестован по сфабрикованному обвинению в участии в фашистском заговоре латышских националистов. Ему было приписано членство в вооруженной латышской террористической организации. 5 недель спустя был расстрелян. Посмертно реабилитирован. Творческое наследие художника сохранила его жена. Произведение Клуциса находится в Третьяковской галерее, в музее Маяковского и в музеях Латвии. Вот так вкратце из Википедии о Густаве Густавиче Клуцисе. Художники-авангардисте, плакатисте, представители конструктивизма. Пока-пока, до свидания.